До 4 августа можно абсолютно бесплатно получить Battlefield 1 на свой аккаунт в Origin. Но с небольшой оговоркой, нужно иметь подписку Twitch Prime. А я всех вас приветствую, и в этом видео я покажу на своем примере, как оформить пробную подписку, получить ключ и его активировать. Что вам изначально для этого понадобится? Email для регистрации, желательно почта Gmail, банковская карта, где есть от 1,5 до 2 долларов, эти деньги будут списаны для проверки и сразу возвращены, вот если что, сколько с него у меня. И еще нужен номер мобильного телефона. Также учитывайте несколько нюансов, чтобы у вас точно все получилось. Имейл можно использовать для регистрации только одной учетной записи, что, собственно, логично. Банковскую карту можно использовать только два раза для получения бесплатного пробного периода. Это ограничение обходится созданием бесплатных карт в мобильных приложениях банков. Это, например, цифровая в Сбербанке или виртуальная в Тинькофф. В моем случае я использовал интернет-карту Приватбанка и Монобанка. Карта должна быть обязательно Visa или MasterCard, MIR и другие платежные системы не могут быть использованы. Виртуальные карты электронных денег тоже могут быть отклонены, пробуйте, тут все зависит от настроения Амазона. Так что нюансы оговорены, давайте теперь зарегистрируем аккаунт Amazon. Сначала мы заходим на сайт Gaming Amazon, нажимаем кнопку Try Prime, потом Create Your Amazon Account, вводим имя, почту и пароль, после этого у нас могут запросить прохождение капчи, а могут и не запросить, это у меня появилось уже со второй попытки. Короче, если она появилась, просто ее проходим. Дальше нужно ввести код, который нам выслали на почту. И тут нужно ввести еще номер телефона, вводите его, получаете код и тоже вводите. Дальше нужно ввести номер своей заготовленной карточки, где есть примерно 2 доллара. Дальше вводим адрес, вводить тут свой не обязательно, я подписывал совершенно рандомные данные и все было хорошо. Нажимаем Start Free Trial и по сути практически все готово. С вас в этот момент снимут деньги и практически сразу вернут. Теперь же нужно найти Battlefield 1 и получить ключ. Также, кстати, можно позабирать и остальные плюшки, кому они нужны. Заходим дальше на свой аккаунт Origin и теперь вводим просто полученный ключ. Поздравляю, вы теперь обладатель первой батвы. Кстати, ключ, который вы сейчас увидели, пока что не активирован, и если у вас что-то не сработало, можете его заюзать. Теперь нужно отменить подписку, чтобы у вас потом не слились через время деньги с карты. Заходим в настройки Prime, для удобства ссылку я для вас оставлю, и напротив Prime Video нажимаем End Membership. И по сути все, подписка отменена. А теперь еще немножко важной информации. Во-первых, пятую батву можно будет забрать таким же образом 2 августа. Во-вторых, завтра выйдет видео о том, как сейчас играется первая батва. И стоит ли после раздачи начинать в нее играть. Так что, чтобы не пропустить все это, обязательно подписывайтесь. Еще, кстати, я делаю еженедельный обзор раздачи Epic Games, точно повод еще и поставить колокольчик. И если это видео оказалось для вас полезным, обязательно поставьте лайк. Если же у вас что-то не получилось, пишите в комментариях, может, знающие люди чем-то вам помогут. Короче, всем пока и, как всегда, хорошего настроения.